Сливочное масло есть в каждом холодильнике, а задумывались ли вы когда-то, натуральное ли оно? Тому, что написано на упаковке, верить можно, но не всегда. Вполне возможно, у вас вовсе не масло, а спред или маргарин. Масло сливочное – это продукт, выработанный из натуральных сливок, который содержит высокий процент молочного жира – от 50 до 82,5. В масле сливочном не допускается содержание растительных жиров, изготовленный как по ГОСТу, так и по техническим условиям, разработанный самими производителями. Натуральное масло, оно отличается, оно не должно быть сильно желтым, так же и белым цветом. Оно должно быть такой средний, желтоватый оттенок. Также натуральное масло, оно не пристает к этикетке, оно, если попробовать его на вкус, то оно тает во рту и не пристает к зубам. Употребление сливочного масла незаслуженно избегают, считая его высокожирным продуктом и источником холестерина. Однако в нем много питательных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма. И детям, и взрослым сливочное масло одинаково полезно, но не больше 50 граммов в день. Иначе вы рискуете поправиться. Осталось разобраться, что входит в состав спреда и маргарина. Спред – это смесь растительных и животных жиров. Спред изготавливается из коровьего молока, из сливок и из растительного масла с добавлением ароматизаторов, витаминов и красителей. Спред не относится к категории масла. Он переводится с английского слова как спред, как намазывать, поэтому он используется для приготовления бутербродов. Содержание молочных жиров должно быть от общего количества жиров не менее 50%. Маргарин – это растительное масло, специально обработанное до твердого состояния. И как таковое непосредственно в пищу он не употребляется, а употребляется в основном для выпечки кондитерских изделий. А вот употреблять в пищу маргарин или нет, здесь мнения разделились. И если врачи это допускают, то диетологи однозначно против. Маргарин еще называют кулинарным жиром. И если в умеренных количествах его употребление не опасно, то съедать по торту на маргарине в день ни в коем случае нельзя. В магазине, выбирая натуральное масло, маргарин или спред, обратите внимание на упаковку. Она должна быть фольгированная, не пропускать ни свет, ни воздух. Запомните, срок годности у натурального продукта не более 20 суток. В составе должны отсутствовать химические добавки и красители. Что примечательно, из одной тонны сырья изготавливается всего 22 килограмма сливочного масла, так что оно не может стоить дешево. Не экономьте на своем здоровье.